Приветствую вас. Вы бы сказали, сколько дочке лет, хотя бы, а то непонятно, сколько лет ребенку, сколько лет вам, сколько лет жене, сколько вы себе с женой вместе, вот, что у вас общего с женой, почему жена выбирает, вот, так скажем, способом решения вот этой проблемы, да, вот, которую, ну, вот, вы описываете тем такой, чтобы выгнать вас. То есть, ну, и как будто бы обвиняет вас, ну, вот в этом, да, вот в том, что... что ребенок вот так себя ведет. То есть это вот несколько, знаете, странно, как мне кажется. Вот. Поэтому я бы вот здесь на самом деле, ну вот как, в принципе, правильно мой коллега сказал, Кудряшов, я имею в виду Игорь Леонидович, я думаю, что здесь имело бы вот смысл исследовать, ну, в первую очередь, ваши отношения с женой, ваши отношения с вашей супругой, да, чтобы вот как-то для себя уже посмотреть и выделить какие-то особенности и скорректировать их, потому что, ну, вот, вполне может быть такая история, да, что дочь, она отражает отношение вашей жены к вам. Вот. И если это так, то в первую очередь нужно смотреть, и в первую очередь нужно решать именно вот проблематику, ваших взаимоотношений с женой, а потом уже соответственно с ребенком, потому что, ну, ребенок, он в данном случае здесь просто отражает ваши взаимоотношения, скорее всего, с женой. Вот. Значит, что происходит непосредственно с ней, когда, ну вот, условно говоря, вы приходите там, ну, домой, да, что происходит, как бы, с ней. Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, тревога, вот, скорее всего. Я думаю, что, скорее всего, она пытается от тревоги избавиться, вот. Ну, таким образом, вот. Ну вот, как она это делает, да, то есть своим поведением она пытается избавиться от тревоги. И чем сильнее тревога её, чем, ну, больше тревожность её
Тем, соответственно, сильнее идет вот эта вот реакция. Тем сильнее идет такое вот поведение. Ну вот такое поведение достаточно серьезное, да, достаточно агрессивное в некоторых аспектах даже, я бы сказал, к сожалению. Вот. Поэтому здесь нужно, на мой взгляд, вот как раз отдавать себе отчет как-то вот в том, что это тревога, так себя проявляет тревога. В первую очередь нужно, внимание, в первую очередь внимание нужно обратить именно на вот предыдущие, именно на вот эти аспекты. Уже дальше можно будет, просто это говорить, уже дальше можно будет, что-то исследовать, уже дальше можно будет какие-то вещи выражать, вот. А пока что это вот, собственно, только предположение относительно того, что может быть, с вашей дочерью происходить, и что, и почему. Вот. А я думаю, как-то вот, ну, как-то так. Я думаю, что вот, какой-то такой примерно можно дать ответ вам. Вот, я понимаю, что вероятно, что вы этого недостаточно, но на данный момент это, пожалуй, то, что я мог бы сказать сейчас, по крайней мере. Чувствуется, что и вы в себе тоже вот не слишком уверены. Чувствуется, что и вы вот, сомневаетесь в себе. Чувствуется, что и вы тоже в некотором напряжении находитесь. Это чувствуется, это ощущается. Вот, и на мой взгляд, как мне кажется, на это вот нужно обратить внимание тоже на то, что вы вот к себе вот, вероятно, относитесь вот таким образом несколько, обесценивающе, что ли, несколько сами себя как будто, может быть, корить себя за что-то и так далее. То есть как будто бы вот есть тут что-то такое, вот как будто бы. Но опять же повторюсь, это как будто бы. То есть я не утверждаю этого наверняка. Вот. Я не могу и не хочу утверждать это наверняка, потому что не знаю. Вот, оно выглядит это вот таким образом.
ну, сейчас, по крайней мере. Ну, и, соответственно, уже нужно общаться с вами, вот, нужно уже набирать какой-то материал, да, для анализа, вот, чтобы было, ну, чтобы было более понятно, вот, чтобы было более понятно, как вам помочь. Как можно вам помочь, например. Вот. Сейчас, к сожалению, пока вот такой информации очень мало. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот, надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Надеюсь на обратную связь по моему ответу. Да. Позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Я хочу пожелать вам удачи. Вот. И хочу пожелать вам успехов в решении проблемы, потому что понимаю, что для вас это важно, понимаю, что это может быть очень тяжело, больно и неприятно. Вот, то, что с вами происходит, я понимаю, что вполне вас, ну, может это травмировать, вот, и, ну, вводить в состояние вот стресса, вот, возможно, даже такого вот постоянного стресса, да, вот, потому что, ну, это правда тяжело. Вот, поэтому я очень надеюсь, что проблематику вы решите. Вот, всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.